В весенний период в связи с установившейся теплой погодой в районе участились случаи возгорания сухой травы. Буквально на прошлой неделе пожарные расчеты порядка 10 раз выезжали на тушение травы. В связи с этим на территории Заинского района с 15 апреля введен особый противопожарный режим. Данным постановлением запрещается разведение костров, сжигание мусора, стерни, сжигание также на полях поживных. Так же, как и обычно, с введением постановления увеличиваются штрафы в два раза. То есть это на граждан будет составлять от 2 до 4 тысяч, на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 400 до 500 тысяч рублей. Весной с наступлением теплой погоды граждане предпочитают активный отдых на природе. Следует отметить, что проводить его нужно, соблюдая строгие правила, а именно не разжигать костров. Запрещается также сжигать мусор. Это нарушение карается штрафными санкциями. Также данным постановлением ограничивается выезд на отдых, то есть это на отдых в основном в лесах. То есть это будут работать патрульные группы по выходным дням, то есть будут уже закрывать дороги с выездом в леса. На полях, естественно, отдых разрешается только без разведения открытого огня. Также на территории района расчищаются подъезды к водоемам на случай пожаров, не допускается сжигание мусора и травы на территории населенных пунктов, предприятий и индивидуальных приусадебных участков.